Добрый день! С вами Татьяна Уайт, гид по Англии и Шотландии. И я сегодня хочу вам рассказать немножко о символах этого особого дня, 21 декабря. Сегодня 9-й лунный день, но прежде всего это день солнцестояния, зимнего солнцестояния, которое очень важно для нас, как и было важно прежде всего для наших предков. И главным днем солнцестояния для кельтов был вот такой, это, конечно же, символ, это, безусловно, не настоящее, был такой цветок, и были такие плоды амелы. Амела, кстати, я вот сейчас ее повешу на дерево, на свое рождественское дерево, первое украшение, которое будет здесь присутствовать. И это эти плоды амелы. Кельты, друиды, прежде всего друиды, срывали своим золотым серпом в 6-й лунный день по календарю, чтобы провести с ним ритуалы, провести с ним особые действия, потому что по этим шарикам белым гадали, по эти цветы и эти плоды амелы, они сохраняли не только здоровье, но и давали особую недюжую силу. И, кстати говоря, очень помогала женщинам при тех обстоятельствах, когда они хотели забеременеть. Не получалось. Кроме того, еще символ этого дня у германцев есть такое полено. Это праздник называется Йоль, то есть празднуется опять-таки в эти же самые дни, как сейчас мы с вами 21-22 декабря. И эти поленья, их сжигали, клали под подушку, загадывали желания, то есть были такие символы, наверное, языческие. Но кельты, кроме всего прочего, если германцы эти поленья сжигали, клали под... Кельты использовали их по назначению. То есть когда они их сжигали, на утро приходили и находили угольки, этими угольками обмазывались, то есть те самые пикты, которые мы с вами знаем, то есть по рассказам римлян, эти пикты использовали священный вот этот цвет черный, который их оберегал от всех злых сил. У римлян, кстати, это был тоже особый праздник, Сатурналия. Этот праздник просуществовал до 3 века, когда много было празднеств, много было пиров, и можно было почувствовать себя господином. То есть всем рабам можно было поменяться местами, можно было поменяться ролями и стать на ступеньку выше, на, может быть, даже много ступенек выше. То есть это был большой праздник, где было много вина, где было много угощений. Это, кроме всего прочего, еще праздник Митры, бога Митры, который пришел к нам исторически из Персии, бог Митры, который освящает. То есть всегда 21 декабря, сакральный день, когда заканчивается тьма, солнце начинает подниматься выше, то есть оно на самой низкой точке, солнце поднимается выше, давая нам больше возможностей света и больше надежды на новую, лучшую жизнь. То есть тьма прошла, наступает новое солнце, наступает новый день, наступают новые планы. Это, наверное, даже день перезарядки, перепрограммирования, то есть день сакральный, который нужно действительно впустить в себя солнце. Если оно еще пока в облаках, то вы можете, как я, одеть янтарь, солнечный камень, носить его хотя бы эти сакральные дни, 21, 22, 23 декабря, чтобы встретить его с новым солнцем. То есть этот вот период, который даст вам много силы жизненной. Ну вот такой небольшой рассказ буквально о символах. И, конечно, не забудьте с собой взять огонь. Огонь, который является символом, естественно, сжигаем все старое. И в огне питаемся энергией для всего нового. С праздником всех! С днем солнцестояния 21-22 декабря, сакральным днем. Ваша Татьяна Уайт. Спасибо.